Сегодня консервирую вишню в собственном соку. Количество ингредиентов смотрите в описании к видео. 4 пол-литровых баночки и крышки помыла и простерилизовала. 2 килограмма вишни помыла и удалила косточки. На это количество вишни необходимо добавить 1 килограмм сахара. Для того, чтобы он быстрее растворился, добавляю его частями по 250 грамм по следующей процедуре. Добавляю 250 грамм сахара. Размешиваю сахар аккуратно, чтобы не повредить вишню. Вишню оставляю на 30 минут. Чтобы сахар быстрее растворился, за это время размешиваю вишню не менее 4 раз. Прошло 30 минут, все повторяю еще 3 раза. Таким образом, килограмм сахара растворила, раскладываю вишню в пол-литровые банки. С этого количества продуктов выходит 4 пол-литровые баночки вишни с сиропом. Соотношение у банки вишни и сиропа делайте на свое усмотрение. Банки с вишней стерилизую 30 минут от момента закипания воды. Кипение воды не бурное. Баночки с вишней закатываю, укутываю и оставляю до полного охлаждения.